Пожарная машина с лестницей фирмы Технопарк. У машины выдвижная лестница, а длиной становится примерно 50 сантиметров. Люлька. Люлька снимается. Лестница поворачивается на 360 градусов. По высоте регулировка есть у люльки и у лестницы. Фиксируется выбранное положение. Также у машинки есть световые и звуковые эффекты. Они активируются при нажатии трех кнопок на выбор ребенка. И последнее. У машинки есть опорные элементы. Они легко выдвигаются и задвигаются. И выдвигаются для устойчивости автомобиля. Также есть площадка, откуда можно управлять лестницей. Можно использовать в сюжетно-ролевых играх различных человечков, например, чтобы малышу было интереснее. Например, он управляет лестницей, или же, например, бежит спасать кого-то и садится в люльку. Машина выполнена из качественной пластмассы. Автомобиль достаточно большой, в длину он около 35 сантиметров и в высоту около 14 сантиметров. Также у машинки есть такие вот дверки открывающиеся, где пожарные хранят свое оборудование, необходимое при тушении пожара. Нашему ребенку машинка очень-очень нравится. С двух сторон открываются. Очень реалистично выполненный автомобиль.